но и к другим темам. Свободный пешеходный переход. Под таким названием в Люберцах проходит акция. Она направлена на профилактику и снижение последствий ДТП с участием пешеходов. Госавтоинспекторы выявляют нарушителей на зебрах, остановках общественного транспорта и тротуарах. В одном из таких рейдов побывала Анна Троян. Владельцу этого «Опеля» сегодня явно не сойдет с рук его халатное отношение к закону. Хозяин оставил авто на пешеходном переходе, а по требованиям ПДД припарковать машину можно как минимум в 5 метрах от него. Потому что водитель, приближаясь к пешеходному переходу, видя знак «пешеходный переход», не всегда в силу определенных обстоятельств может из-за припаркованного стоящего транспорта видеть человека, который выходит на этот пешеходный переход. Представим на минуточку, что это будет ребенок, который будет не выше 160 сантиметров ростом, который вышел, в общем-то, по правилам дорожного движения. И такие случаи не редкость. Только с начала года на зебрах от нерадивых водителей пострадали 8 пешеходов. Теперь нарушителю грозит штраф в размере 1000 рублей, плюс оплата эвакуатора и штрафстоянки. В ходе акции «Свободный пешеходный переход» сотрудники ГИБДД также выявляют нарушения на остановках общественного транспорта и тротуарах. Ежедневно на территории обслуживания отдела происходит эвакуация неправильно припаркованных или припаркованных с нарушениями правил дорожного движения автомобилей. А в день, в сутки таких автомобилей иногда более 35. Профилактическая акция ГИБДД проводится с 26 по 29 марта. Однако борьбу с нарушителями госавтоинспекторы продолжат в ежедневном режиме. Анна Троян, Никита Скроган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.